Так, всем привет, дорогие друзья. С вами снова Сапиент. И Мерсиэль. Да. Откуда-то издалека. И в этот раз нас двое. И это снова Майнкрафт, все еще краш-лендинг. И а довольный Крейзи ВБР в чате. Нет, почему ВБР? Крейзи БРП. Почему тут ВБР? Так, привет. Привет. Я, кстати, подумал, может быть, нам ферму животных в этом нашем подвале сделать, рядом со спаунером. В смысле, вот в другой половине. Потому что спальня-то у нас так как бы планируется сверху, а вот здесь вот сделать маленькую, ну, типа загончик, там тоже весь его автоматизировать. Ну, получается, можно будет пол скапывать для земли. Зачем? А зачем им земля? А для животных нужна земля. Овцы едят траву. Это если мы с них шерсть будем рубить. А нам овцы зачем? Нам достаточно коров и свиней. Или может быть кур, ну или коров. Ну то есть, я думаю, да, можно просто коровами обходиться. Вполне спокойно. Для них ничего не нужно. Так, Сэппин. Да. Мы сегодня будем делать, я так понимаю, один из... Ну, точнее, предпоследний или предпредпоследний. Да мне бы хотелось сегодня возвести такие тут стены и сделать второй этаж и спальню. Супер. Идея вообще отлично, замечательная, вот. Потому что... А еще одна идея. Вот у нас очень клево сделаны, в принципе, ферма кактусов. Угу. Привет, Экст. А, мне бы хотелось также, ну, то есть, немножечко, как сказать, опустить на один уровень нашу ферму-огород. Чтобы, грубо говоря, идя по дороге, на нее не нужно было запрыгивать. Понимаешь задачу? Вот. Соответственно, воды налить сколько угодно, у нас в системе 128 ведер. Вот. И а посадить, чего нужно, где нужно, и как раз можешь перфекционистом своим полностью развернуться, и, наверное, нам Sugarcane больше тут не нужен особо. Да, Сэппин, кстати, да. Вот помнишь, как-то ты поднимал такой вопрос, как производство фимтока? С помощью какого-то агрегата, я даже не помню. Прессер. Да, прессер. Я тут покопала, походила семена и откопала сою. Вот теперь у нас соя растет. А, ну, собственно, прессер легко делается. Но он, не знаю, как... А, хотя он вроде бы автоматизируется. Но его можно как? Просто поставить хоппер на входе, хоппер на выходе и как-то так. Mm-hmm. То есть, собственно, ну, дружить его с МЕшкой, я не знаю, нужно ли. Mm-hmm. Огород на 4 блока ниже под стекло, так а зачем? Его же собирать нужно, он же сам себя не соберет. Можно, конечно, харвестер, наверное, поставить. Но я не уверен, что он будет все хорошо собирать. Да и не нужно нам столько, так много, чтобы это все автоматизировать. Не, я думаю, ни к чему. Нет, действительно ни к чему. Это ни к чему совершенно. Собирал и хватит. Да. Что мне нравится наша аллейка. Она клевая. А это мой сюрприз тебе тут. Супер сделаю вообще. Днем. Реально супер. Только тут вот на, чуть-чуть листьев бы добавить, чуть-чуть блоков да, листвы да. Вот на первые несколько. А так клевые вообще. Я сейчас это и сделаю. Только размножу наших коров. О, Экст, что-нибудь крафтовое, например, что? У нас все хорошо, зачем нам что-то еще крафтовое? Собственно-то. Так, о, Lightning Plant Seeds в вагон. И малая тележка. Так, забираем все. Как там Ctrl, Shift, Alt, чтобы все вытянуть, да? Так, и отсюда тоже забираем. Вот, тут нужна будет моя помощь сейчас в строительстве. Я готова всегда, как обычно. Так что ты позови. А я пока... Попытаюсь добыть семечко овса, чтобы вызвать нашу коровку, ой, лошадь. Окей. Так, 6, да, ну давайте 6 еще. А я, 6, так, как у нас там с... Нет, 6 нету, да? Ну, значит, просто пока в пластик перефигачься. Так, я тогда туда пока что, значит, посажу, собственно, Squid Plant Seeds. Как-то так вот. Так, ведерко.
Jetpack. Монмин. Так, надо популяризить костей, видимо. Так. Хотя, в принципе, тут был мило еще. Достаточно. Так, значит, раз. Кстати, два, а может быть человек знает, как все-таки добыть семечко овса? Потому что я смотрела в просеивании земли, там не получается оно, а в просеивании песка и пыли тоже. Ну, кстати, да. К чатику вопрос. Кто знает, как добыть овес в этой сборке? Так, мне не нравится эта дырка, мне хочется ее заделать. Я, конечно, через нее очень удобно хожу, но она мне все равно не нравится. Хотя, ладно, прям сейчас мне ее нечем особо заделывать. Так, как там у меня чего? Угу, тут все нормально. Мобессенс, лава. Ага, ну и немножко пиротиума. Мобессенса, кстати, много. Так, ну что ж. Так, и знаешь, что я думаю? Я думаю, что надземную часть я хочу делать не из коблы, а из... Стона? Нет, из фэктори блоков. Чтобы она выглядела, собственно говоря, как ей и полагается выглядеть. Логично. Может быть, даже и футуристик армор плейтинги стоит применить. Мотыгой по зеленой травке вроде бы, говорит Ахманей. Но, по-моему, ты таким образом уже довольно долго делаешь, и пока ни хрена не получается, да? Так, а у тебя какой рецепт? Футуристика, а, это стоун плюс айрон. Ну, норм. Норм. Так, глаз. Steel frame глаз. А, ну ты понятно, ты просто чизел. А вот dark глаз. Это мне не нужно. Тут у нас какой глаз вообще? А, dark глаз как раз, да? Так, а делаешься ты у нас dark глаз. Кстати, это у нас что тут получается? Инваровый. Уже можно, наверное, переплавлять. Мы встали везде, все ходим. Почему нам, зачем нам именно Dark Glass? Может быть, его можно как-то сделать посветлее. Плавиться будешь? Видимо, нет. А жаль. Так, то есть юзаджа у тебя никакого, да? Совершенно никакого. Ну и хрен с тобой. Тогда валяйся. Видимо, потому ты и валяешься, что юзаджа у тебя никакого. Броня бесполезности. Так. Так, 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 значит, Dark Glass. Так, как ты у меня там делалось-то? Dark Glass. Рецепт у тебя какой? Уф. Так. Dark allow you to keep still light out a certain area without closing them off. Entirely. Reduce light by approximately half as maximum it can be. Это типа занавески шторки. Кстати, какие у нас вообще еще есть в Extra Utilities варианты остекления? У меня нет лавы в печке. Быть того не может. Она должна снабжаться лавой. Так. Кстати, глоустоун, глаз, я так понимаю, светится? Йода ВГ. Я сам хочу, в принципе, Грегтек. Но пока нет годной сборки, и мне бы еще хотелось как-то КСПшку пройти. И все-таки, наверное, так или иначе допилить до логического завершения аграрку. Поэтому, как видишь, планов-то громадье. А, ну то есть довольно легко. Так, 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 так. Надо проверить, что это будет за хрень.
Glowstone Glass. Если она будет светиться, это будет вообще супер. Или все-таки что-нибудь отчизерить. Блин, откуда тут сигилы? Division. А, да, это же. Да, это же не из Blood Magic, это же из Extra Utilities. Кстати, Builders One тоже отсюда. Так. Ну, я думаю, стоит попытаться. Square Glass. Edge Glass. Угу. Так, ладно. Значит, мне нужно, получается, стекло и песок. Ты сейчас делаешь, получается, блоки для строительства, да? Ну, я пытаюсь придумать... Ну, то есть, понятное дело, для стен двух чизельнутых... Ну, двух блоков с 16 чизельнутыми вариантами мне, наверное, хватит, но еще же какое-то остекление нужно. Да-да-да. Вот я сейчас над ним подумаю, слегонца. Крис, сейчас проверим, что там есть, что нет. Радость моя, баиньки. Так. Ну, тут же вон лавы полно, как видишь. Целых 4 кило ведра. Поэтому, собственно-то говоря, это, видимо, глюк блока смелтери. Давай переставим его. Ну, во. Все нормально. Скорее глюк отображения всего лишь. Текс. Теринс, теринс. Как у нас там, кстати говоря, с орами дела? А, все, кстати, переплавилось, небось, уже. Ну, или, по крайней мере, загрузилось. Все загрузилось в Хайован. Привет, Лайтонт. Значит, возможно, ее... Ой, тут что-то песочек просыпался слегка внутрь. Сейчас мы его подрежем. Так, песочек. Пошел вон. Так, я, конечно, ее... Ну, когда... А, так ее выключать можно, она все сделала. Так, тогда вот как раз-таки сейчас... Давай мы тебя немножко переделаем. Переделаем мы тебя таким вот образом. Нет, не надо не пихать мой инвентарь. Так. 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 Айрон можно, а вот инвентарь пихать не нужно. Так, значит, я тебя сейчас переделаю. Переделаю я тебя как? Я сейчас тебя... Сейчас все эти штуки расположу где-нибудь не наверху, а где-то в другом месте. Например, где-нибудь вот здесь, вот, чтобы к ним можно было иметь доступ и оперативно заглянуть и что-нибудь сделать, переделать или испортить, например. Так, значит, это блоки мне не нужны. Мне понадобится ключик, чтобы снять вот все вот это. Дело. Так, значит, снимаем это. Блин. Ага, тут песочек на меня высыпается. Да, еще один. Почему? А то, что тут не было стекла. Понятно. Так, ладно. Все будет немножко сложнее, чем я предполагал. И, к сожалению, тут чуть-чуть попортится это самое. Надо будет ее потом слегка подровнять. Ферма наша. Кактусовая. Потому что тут... Некоторая модификация, понимаешь, хайована происходит. Так. Так, значит, так. Ну и сам контроллер тоже отсюда нафиг убираю. Поставлю в другое место. Так. Значит, контроллер будет у меня стоять вот здесь. Эй, не падай внутрь. Так, контроллер будет стоять вот здесь. Так, здесь же будет стоять рычаг с ним, соответственно. Так, здесь у меня будет стоять три штуки этих штук. Раз, два, три.
Я надеюсь, они работают с любого места. No. Так, вот. Так, а здесь будут стоять вот эти штуки. Тынк, так, как-то ты шпыш. Вот так вот. Тынк, тынк, тынк. Тынк, тынк. Так. Собралась вроде бы печка, я надеюсь, да? Так, теперь, значит, вот в нижнюю будет подаваться топливо. Топливо, да, а в остальные будут подаваться слитки. Ага. Так, теперь, значит, так, 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 тара, так, тара, так. Теперь осталось понять, какая от чего. Здесь у меня слитки. Неправильно. Тебя мы ставим наверх. Вот. Так, здесь у меня другие слитки. Ты ставишь, соответственно, правильно. Здесь у меня топливо будет, когда будет. Когда будет нужно. Ну, не то чтобы суровое, просто немножко переставляю по-другому. Мне кажется, в несколько более удобную форму. Вот. Как-то так, чтобы, во-первых, можно было, ну, заглянуть, посмотреть, что в ней лежит, если лежит. Пора ли ее уже включать или не пора. И, ну, все-таки, видимо, топливо я сюда буду подкидывать руками, потому что, да, потому что незачем этого делать автоматически, потому что просто нет у нас таких объемов пережарки, для каких это было бы нужно. Вот. Как-то так вот. Так, ну, раз топливо вот я буду подкидывать руками, то тогда, наверное, видимо... Тогда я сейчас вот сюда поставлю. Так оно будет логичнее. Вот сюда вот. Ну не так же ж. Блин. Как тебя поставить, чтобы ты смотрел куда надо? А, вот так сделаем. Сюда поставлю, короче. Вот. А вниз самый контроллер. Во. А сюда вот ее, соответственно, топливом загружать. Хотя тут, в принципе, стек этого... О, подожди, а что-то не собралось. М. Почему не собралось? А, я ж последний блок не воткнул. Последний блок воткнул и... О, да, все хорошо. Тогда мы блок чаркола сюда бросим. Но, соответственно, пока рычаг не дернем, гореть оно не будет. Оттуда оно будет заправляться металлами. Тут у меня их 5. И тут еще 4, да? Ну, как раз 9. Ну, все норм, короче. Все норм, вот. Ну и плюс, соответственно, сейчас оно выключено, потому что плавить нечего. Потому что плавить незачем. Так, хлеб. Уже пора менять. Один. Да. А получил, ок. Так. 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 Третья ветка технологическая. Ага. Вот и нашел уже. Да. Я молодец. Ты молодец. Нам бы автодизенчантер бы сделать и дизенчантить бы кучу шмоток, что у нас там внизу валяются. Так, Safari Net Single Use непонятно кем. Bottle of Enchanting. Это тупо опыт, можно выпить. Diamond Hammer, Sunbreaking и Fortune. Господи. Зачем они? Ну, то есть, я догадываюсь, что их можно запихнуть в какой-нибудь активатор, который крышит металлическую руду. Но у нас нет активатора, который крышит металлическую руду. Поэтому, короче, все это дело сюда просто выкладываю. А вот Safari Net Reusable, да и Single Use, наверное, выкину в нижний этот самый, в нижний. Вот сюда вот. Нет, вот сюда вот скорее. Один из них надо будет, кстати, кого-нибудь поймать. Так, значит, слаг в систему. Вот тут валяется же, да? А, нет, как ни странно, он валяется не тут, он валяется у нас где-то вот.
Так, кактус сюда. О, тут, кстати, водичка заканчивается. Надо все земли немножко подкинуть. Сейчас подкинем. Дёрт. Нет, подожди. Дёрт вот так вот пишется. Ну, давай сюда землю подкинем. Так. Так, ну и песок, соответственно. Так, теперь мы берем, соответственно, систему. Берем так, крафтим стек Сэнди Гласса и прожариваем его. Так, и потом мне еще понадобится, соответственно, глоустоуна пачка, да? Так, и что мне туда еще можно? Все металлы, в принципе, можно в систему выкинуть. Ну да, я ее вроде бы ячейками-то емкими снабдил, поэтому теперь можно. Сейчас перекинем. Конечно, себе очень грамотно забил инвентарь, прежде чем этим всем заниматься, как раз для того, чтобы это было удобнее. Ну да ладно. В принципе, тут далеко ходить не нужно. Все очень рядом. А из чего она делается? Ну, там либо лазурит смешивается с розовой краской, либо из... Вот у нас с розовой краской, наверное, Вот, проблемы. у нас с розовой краской проблемы, но, тем не менее, можно еще сделать, вы понимаете, крафте из эндерплантидов. А, ну надо посмотреть, если у нас они есть. Они есть. Спать будем? А их как-то, их, они, по-моему, выращиваются только на этом самом. Привет, Время пальма. дает. Нужно сейчас их, ну, штучки 4, не больше, наверное. А, так это забирай. Это, пожалуйста. Так. А сделай, пожалуйста, у них. Я с пневматикой не дружу, что-то совершенно. В смысле, сделать тебе их в пластик или что? Да. Так там же Ты все куда? просто. Так, сейчас, значит. Тынк. Так, 4, да? То есть это нужно, в принципе, да. Так. 6, да, короче, все. Ну, смотри, как Purple Day не знаю, а в пластик находишь здесь, так, да, у нас их 30 штук. Находишь их сколько нужно, закидываешь верхний сундук, дергаешь рычаг, наблюдаешь, как они там колбасятся. Потом дергаешь его обратно, забираешь из нижнего. Все очень просто. Ну, давай сделаю, сколько тебе, 4, да? Но мне пока два, но я помню, что где-то еще нужно было их. Даже у меня есть, кстати говоря, красный пластик. Из него что-то делается. Что, тебе Purple Dye нужно, правильно я понимаю? Так, Purple Dye. Из Rose Red или Лазурита или Ender Plant Seed. Так, Ender Plant Seed. Сразу Purple Dye, да? Так, ну либо из Purple Wool, понятно. Так, а Rose Red у нас делается из Fire Flower сидов, которые у нас, небось, тоже есть. Или из роз. Так, Fire Flower у нас есть. Есть немножко. А, ну туда можно, собственно, имя. Их я, благо дело, когда-то как-то выращивал немного. Так, значит, у тебя юзаж получается. А, ну то есть просто вот так вот Да, мы тебя 4 я тоже перекрафчиваем нужно будет. в эту Спасибо. самую. И Они потом добавляем. У нас есть красная, короче. Ну не то чтобы много, но она тоже есть. Добавляем лазурита. И получаем 8. Лазурит просто туда. Так, кинул в систему 8 краски. Спасибо. Обращайтесь. Такс. Сейчас посмотрим, как будут выглядеть эти самые. Так, так,
Так. М. Ой, это не Елориум же мне нужен. Мне нужен Глоустоун. Так, ну давай, раз, два, три, четыре. Как ты выглядишь вообще? Чё так? Симпатичненько. Симпатичненько. Может быть, даже он немного светится. Так, и ты у нас разбиваешься или снимаешься? А, он снимаешься. Вообще замечательно. Все, тогда меня это устраивает. Так, тогда мне тебя стек. Ну, как-то так. Стек, наверное, будет мало, поэтому давай еще сделаем. Сайфен. Да. Пару стеков. С которыми? Ну, Safari, Net, Safari, еще там что-то. Вот а, ну... Я все это выкладываю. Хорошо. На если что, хорошо, то хорошо. Ну, Safari, Net я выкину вниз, и все остальное, собственно, нам... Скорее всего, никак не пригодится. А, вот слово еще на это все машины, которые я сделала. Автоэнвил. А, ну это да, складывай. Складывай, 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 складывай. Ну, ранчер, хронотайпер, с ними еще гриндер, с ними можно, собственно, ферму сделать. Гриндеров у нас целых два. Вот. Ну ладно, пусть пока лежат, в сундуке пока еще место есть. Немного, но есть. Ну, когда-нибудь что-нибудь пред... О, кстати, тут у нас два ведра воды, почем зря лежат. Я их в систему выливаю тогда. Сами ведра, соответственно, в систему другую кидаю. Так, теперь интересно, можно ли их отчизелить? Чисто просто любопытно. Нет. Ну, ладно, не страшно. Привет, Фумофу. Так, ну что ж. Тогда сейчас буду придумывать, что из чего делать и как оно вообще будет сочетаться между собой. Тигр, возможно, один. Насчет гриндера не знаю. Может быть, и гриндер тоже, но, по-моему, ему пофиг. Он всех режет, кажется. Но я не проверял специально. Ладно. Так, значит. Ну, давайте смотреть. Нет, 16 много. Давайте по 8, наверное, будет достаточно. Так, значит. Ну, даже может быть по 4. Ну то прям все подряд. Так, раз, два, три, четыре. Я не помню, может и не было. Это не было. И такой рафтек сейчас случился, что вот для крафта одной машины нужны голд карты. А соответственно у нас ни одной воровки, даже семян нет. Так прикольно. Что я... Пойду дальше делать. Вот и землю. Не, это как-то ужасно смотрится. Это не лучше. Этот получше. Тут тоже ничего так. Ну, эти понятно, как бы они стояли. Так. Так, это у нас 8-й айдишник, да? Так, 8-й айдишник. Дальше, соответственно, пошел 9-й. 10-й. 11-й. 12-й. 13-й. 14-й. И 15-й. Thank you.
Так, это как бы раз. Дальше. Четвертый. Ой, нет, 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 я не то положил. Вот эти вот нужно. Так, пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Так, как я вас буду выше ставить или просто с другой стороны? Наверное, с другой стороны, потому что я все равно все это дело одним взглядом не окину никак. Слишком их вас много. Давайте, да, вот как-то вот здесь вот, например. Ой. А, кстати, еще же нужно будет дефолтную форму тоже поставить. Блоки Чаркова валяются, надо их в систему выкинуть нафиг. Вот так. Потом, соответственно, сюда еще 4 таких ляпнуть. Не совсем тот порядок, ну да ладно. Тут мы закончили на 8. Дальше, соответственно, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Так, ну ладно. Применим чит и залезем вот так вот. Safari Net Reusable как раз таки может быть использован для того, чтобы их... ну, короче, оно как лассо работает. Да пофиг. У меня есть... Так, управление. Там у нас уже ночер, пора баиньки. Да, тут нужно еще поставить. Ладно, баиньки так баиньки уговорил. После большой паники из-за того, что я срубила один... В радиусе 20 блоков ничего не спавнится. Такс. Да, Тигр, что-то типа того. Попало. Но я хочу, чтобы оно технологично выглядело, понимаешь? Так. Мне нравится вот это. Мне нравится вот это вот. А вот из этих мне что-то как-то... Ну, может быть, вот это вот. Нет, вот это хорошо пол сделать, что-то такого плана будет. Неплохо смотреться. А снаружи, вот, наверное, вот, вот этот вот. То есть, соответственно, он у нас серый, да? Этот тоже какой-то синеватый. Этот черный. Ну и желтое стекло с синим будет неплохо сочетаться. В принципе, насколько я понимаю. То есть, вот это с этим будет хорошо смотреться. Да, вполне. Ну, Робинзон, сегодня, понимаешь, дизайнерские посиделки. Я выбираю, из чего сделать
техцентрика, поскольку он похож на летательный аппарат, по крайней мере на карте и по крайней мере снаружи, то и материалы для него должны быть соответствующими, на мой взгляд. Еще вот этот, в принципе, неплохой блок, мне кажется. Или же наоборот, или вот этот вот применить, он такой как бы хороший. Он именно хорош тем, что он с бортиком, с краешками, грубо говоря. Так, ну, собственно, с краешками он будет хорош на каких-то больших поверхностях, плоских. А у меня тут плоских поверхностей нет ни хрена вообще совсем. Есть только какие-то вот поверхности такие. Поэтому, наверное, вот этот будет лучше, мне кажется. Хотя, не знаю. Или вот это вот сделать. Так, чистая металлическая стена White Tiger, она хорошо смотрится в плоскости, но у меня же тут, видишь, все зигзугом будет, поэтому. Так. С другой стороны, вот это, конечно, клевая текстурка, но она такая совсем уж темная, мрачная. Мне кажется, что чего-нибудь посветлее было бы лучше. Но это пошло из алмазных блоков и неинтересно. Будет она голубенькая, и чё? Алюминий почти так же смотрится в блоках. Даже нет, давайте мне, наверное, просто все примелькались, что почему-то мне эти больше нравятся. Стену из пирогов. Почему из пирогов, господи? Ну при чем тут пироги? Так. Пироги все предлагают сделать. Ну, видимо, да. Слушай, мне что-то вот это вот понравилось. Давайте попробуем. Шестерочка, да? Шестерочка. Может быть, вот эта десяточка. Так, значится. Так, это у меня Futuristic Armor. Это у меня вот эти вот, да? И, соответственно, мне нужна шестерочка, например. Так, Futuristic Armor, шестерочка. Так, а этих, соответственно... Что-то, может быть, будет с ней неплохо смотреться. Ну, давайте попробуем десяточку. Так, отсюда, соответственно, берем десяточку. Так. Только как-то блогинами хардкор. Так, ну что ж. Попробуем, что вообще может из этого дела получиться. Mm-hmm.
Нет, тут у меня стекляшки. Хотя, жалко, что ли. Пусть будет. Так, вот как-то типа, да? Так. Так, тогда напрашиваются стекляшки еще какого-то цвета, другого. Или нет? Да нет, в принципе, не обязательно. Стекляшки могут быть такие же все. Правда, потребуется много, но с другой стороны, что мне стекляшек, что ли, для себя любимого жалко? Не жалко. Ух ты, какая красотища у тебя тут нарастает. Вот я не знаю, как она нарастает, или уже наросла, или что-то еще тут будет. Такс. Так, а вас пилить, интересно, знать можно? Тех, можно пилить. Но с другой стороны, а зачем мне их пилить? Что мне это даст? Кроме еще большего количества мелких деталек. Я же все равно не смогу сделать лесенку из этого дела, да? Или смогу? Или нет? Да нет, не смогу. Их, по-моему, только лежа можно складывать. Хотя интерес ради, давайте попробуем. Вдруг можно. Но не то чтобы буду, но по крайней мере проверить. Вот если так, вот можно ли их класть? А, их можно класть. Так, стекляшки, небось, тоже, да? Ага. И как это будет смотреться в случае стекляшек? То есть мне нужны где-то какие-то блоки, да, чтобы к ним можно было дело приставить. Ну, пофигу. Допустим, я тебя поставил вот сюда. Могу ли я тебя потом поставить сюда вот? А, не, у тебя текстура разрезается, да? Да, у тебя текстура разрывается. Да, сейчас, момент. Да, фигня получается полная. Иду спать. О, Кош Карпентер, знаю про такую шнягу, но с ним там тоже, блин, отдельная возня на самом деле. Когда в нем пытаешься что-то очень внятное собрать, там тоже приходится сильно, ну, не слабо геморроиться, поэтому не. Не. Так изгоряться я уже, пожалуй, не стану. Не-не-не-не-не-не-не, тигр. Это явный перебор. Так. Вот этими все-таки тот не нравится. Я их, наверное, сразу же загну слегка вглубь. Чтобы они были не здесь. Они должны быть чуть-чуть внутри. Так, значит, это у меня Factory Block 10. Сейчас я их себе еще сделаю. Factory Block 10.
штука же довольно темненькая фиговина получается. Ну ладно, это мы как-нибудь с ней, с этим разберемся потом отдельно. Тигр, она не 512-я. 1/8 режется пополам, и получается уже узенькая планочка, которая режется еще раз пополам, и получается, соответственно, вот этот самый маленький кубик. Поэтому это всего лишь 1/32. Вот это так ступенчато все получается. Ну вот, вот что-то я сейчас тут пытаюсь изобразить эдакое. Так, ну тут явно нужен какой-то третий, наверное, цвет. Какой-то третий цвет, и, наверное, вот как раз этот вот будет хорошо. 9-й футуристик армор. Так, 9-й футуристик армор мне сюда. Только вместо чего он пойдет? А он может пойти, кстати говоря, следующим уровнем и быть потолком. Наверное. Может быть. Кстати, здесь нужно эти обязательно заменить будет. Ага. Причем даже прямо сейчас, потому что иначе фигня получается полная. Там же, в том сундуке лежит, который над кнопкой. Да, тигр, на 8 плоских каверов она режется, но потом плоский кавер режется пополам, и получается узенькая полосочка, которая еще раз режется пополам, и получается маленький квадратик. Так, а что если третью линию уже из этих сделать, а? Давайте попробуем. Может быть, это будет хорошо. Ой, а где у нас ведра все? В системе, да. Бакеты называются. Нашла. Умничка. Получается в итоге. Да, так получится до конца. Да, тигр непросто. А что делать? Так. Вот там блок один валяется. Надо, чтобы что-то очень футуристично смотрелось и необычно. Вот и пытаюсь что-то наваять эдакое, понимаешь.
лайфхак с камелпаком, к сожалению, совмещаться. Ну, никак не хотят. Мне повезло, у меня архитектор. Кстати, на них же, небось, еще не спаунится. Ага. На этих еще ничего не спаунится, что неплохо. Такс. Так, значит, это у меня футуристик арморы 9. Есть у меня еще такие. Эти. Так. Так. Допустим. Так, теперь тут нужно что-то придумывать, да? Текс. А как ключ называется? Кто? Ключ. Какой ключ? Ну, для снятия. А, Крис энд Хаммер. Там еще кувалда есть, если нужно. Не знаешь, где они лежат у нас? Просто надо кнопку брать, я не заметил. Может, плохо смотрел? Ну, вообще-то у тебя с собой инструментов должен быть нету. Можешь Precision Sledgehammer взять, в нижнем ряду лежит. Она также работает. Нет? Да. Ключа у нас, может быть, второго и не было, я не помню, ты его делала. Может быть, и я не делал, поэтому, может, его просто нету. А, ну значит, он у меня. А, тебе он прямо сейчас нужен, да? Прямо сейчас нет, но говорю, тот хаммер возьми, он также работает, как ключ. Угу. Так, что-то у меня второго, этого самого, и камелпака не хватает. Явно. Тигр, про Battle Range, да, я помню. Ну и Cruise and Hammer есть, поэтому. Так, здесь должно быть что-то иное, наверное, слегка. Так, какое там должно быть? Хотя, с другой стороны, кто сказал, что должно быть что-то иное? Собственно-то. Оно и так будет иным, потому что не диагональное. Между прочим. Так, а тут, кстати, эти нужно сюда закопать под стекляшки. Получается, да, да. Так. Так. А, коврики. Не знаю, может быть. Посмотрим. Угу. Тинкс. Я еще планирую сделать очень модную дверь.
Ну да, Анфаулер, why not? А то что я все под открытым небом, да под открытым небом. То вдруг там какие-то радиоактивные осадки выпадут или еще что пострашнее. Так, ну сверху явно просится еще один слой чего-нибудь. И он должен быть чем-нибудь явно другим. Начаться должен вон оттуда вот, да. Вот отсюда вот и дальше у меня должно быть что-то другое. Что-то другое, что-то другое, да? Что-то другое. Но такое же, в принципе, таких темных тонов. Так, темных тонов. Что это может быть темных тонов? Ну, давайте-ка вот эти вот применим. Или, хотя, может, и не обязательно темных. Может быть, вот, вот этих вот. Что-нибудь есть? Или вот этих вот. Там, мне кажется, этих будет норм. Так, Factory блоки 13. Или, хотя, может, вот эти тоже подойдут 12. Да, возможно. Так, давайте мне 12 Factory блоков. Так, 12. Конечно, они будут очень яркие. Ну и ладно, подумаешь, фигня какая. Яркие, яркие. Контрастные, контрастные. Чё, уж тут не слишком же все в мрачность загонять. Так, понеслись. Так. Вот так вот, да? Ну как она там? Она сейчас от восторга двух слов сверла. Ну здорово. Такс. Нет, Анфауглер. Значков радиоактивности не будет. Желто-полосатых стенок. Ну, мне почему-то тут как-то вот, не знаю, Glowstone глаз понравился. Возможно, он будет сам даже немножко светиться, не знаю. Хочется что-то эдакого, чтобы оно было ни на что не похоже. И, кажется, у меня начинает получаться что-то эдакое, что ни на что не похоже. Да-да-да. Вот. Так. Ой, нет. Так вот. Так. Так, стойте, соответственно. Так, там стекляшек у меня должно было еще нажариться за это время. И нажарилось. Теперь мы тебя кладем сюда. Обкладываем глоустоном. И тинг-тинг. Вот. Так. Та-дам-та-дам-та-дам. О, кстати, похоже, реактор-то можно бы и включить же. Это ж уже батарейка почти села, да? Хотя еще 16 миллионов, в принципе. Ну ладно, попозже включим. Он их быстро заряжает. Такс. Даже, мне кажется, к центру симметрии сейчас придем. Что неплохо, на мой взгляд.
Так, тут у меня получается еще один слой стекла. Так, а там что у меня сейчас сверху-то будет спускаться? Ну, видимо, такой же блок, да, по-хорошему, наверное. Это было бы, наверное, логично, да, пожалуй, вполне. То есть, собственно-то говоря, так вот как-то. И, собственно, вот так. Вот. Так. 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 А вот дальше мы применим вон тот же. Вот этот вот. И тогда будет в этом всем какое-то сочетание. Так. Даже какое-то логическое завершение. Так. Футуристик шестые, да? Так, футуристики шестые. Футуристики шестые. Ага, футуристики-то у меня и кончились. Так, мне нужно пожарить немножечко коблы. О, кстати, который у меня валяется вот в этой сумочке. Ну, давайте, раз, два, три, четыре... 5, 6, 7, 8 стеков варим коблы. Так, как-нибудь, например. Так. И, пожалуй, пойду-ка я включу реактор. Так. Пусть жужжит. Схомячу бутер. Реактор. Работай. Ну что ж, 4К рюкзатик работает. Так, тут у нас чё как? Ну понятно, тут ничего не включено, а тут чё как? А, господи, я ее не подключил. Я-то думал тогда, что у меня странно, там как-то оптимизировал, и провод один лишний остался. А он не лишний, он запасной. Ладно, сейчас подключим. Так. А, тут даже, пожалуй... Хотя пофиг, можно, ну да, одного не хватит. Одного явно не хватит. Нужен еще один. Тинкс. Тинкс. Вот. Вот теперь все заработать должно было. Тинкс. Теперь тут всякая фигня будет нагружаться, и когда ее там окажется приличное какое-то количество, тогда я закину в него топливо. А пока смысла мало. Текс. Текс. Батарейка бодренько заряжается. Так. Стоуна плавится медленно. Ну да ладно.
Так, сюда, по-моему, айрон нужен обычный. Ага. Так, вот как-то, да. А, ну нормально, два стыка сделали. Так, вот опять спать пора. Что ж такое? Пурум 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 пум пурум пум пурум пурум пум пум. Так, то есть, собственно, сюда вот у меня придет ровно то же самое, да? Еще внизу. Прям ровно то же самое. То есть тут сюда в землю можно дойти вкапывать. В разных слотах лежат, если они одинаковые. Сверху их накрывать стеклышком. Так. Так, сверху ставить такие же. Так, ну, соответственно, дальше тут у меня получается еще пару стеклышек. И дальше вот те вот, вот эти вот. Так. Нет, уголок тоже надо, иначе ненаглядно получается. Переделывать зачем? Не вижу ни одной причины переделывать. Так. Вот. А дальше, видимо, пойдет вот этот вот. Скорее всего, будет он тут в тему вполне. Соответственно, там, а не тут. Так.
Да, как-то так. Текс. Так, сейчас момент. Проверю, что там мне на почту пришло. Решено успешно, здорово. Так, хорошо. Так. Так, ну, соответственно, морду нужно немножко тоже переделать. Вот так вот тут быть не должно, явно. Тут на самом деле вот это я, наверное, сделаю, а вот дальше буду. Дальше сначала автоматизирую, потом буду что-то делать. Как-то так вот, видимо. Ну, в общем, да, как-то так. Причем эти-то, наверное, будут даже сплошными. Вот сгорей в зиго. Или тут сделать трешку. Нет, ну почему? Если там трешечку, то да, тут можно и пятерочку сделать. Видимо, на. Или все-таки. Нет, можно и вот так вот сделать, пожалуй. Например. Например, ну да, вполне норм будет. Там тогда вот этих вот. И тут, соответственно, этих же. Во. Тыкс-тыкс. Ну, а вход. Так, а, ну, соответственно, ну, да, вход я потом сделаю. Так, а пока что можно все это дело, ну, хотя бы крыши накрывать, наверное, да? Какой-никакой. Так, еще, конечно же, отдельный вопрос. Будет ли у меня крыша однородной или же нет? И, скорее всего, нет. Хотя никто мне не мешает сделать там ее местами двухслойной. Вообще никто не мешает. Кстати, где-то ее, может быть, даже можно было бы сделать и пониже, чем здесь. Ну, с другой стороны, насколько пониже? Где это сделать? Что даже здесь вот я ее могу сделать, ну, на один блок ниже. Но эта погода же особо-то и не изменит на самом-то деле, же, правда? Хотя, может быть, стоило бы все-таки сделать ее пониже-то на один блок, где-нибудь начиная откуда-то. Потому что нам только здесь нужна высокая. Здесь она достаточно высокая как раз. А здесь можно один блок ниже сделать. Тогда где? Тут, что ли? Так, сейчас дайте подумать. Дайте. Ну, кстати, да. Вот тут вот можно и сделать ее на блок ниже. Угу. То есть это вот мы сейчас отсюда срубим. Ставим их вот так вот.
Видишь? Так, эти, соответственно, тоже вот так вот. Эти стекляшки, да, получается, тут уже особо-то и не сдались. Их тоже можно срубать. Да, получается, здесь их нужно заглублять дальше, глубже, да? Здесь вот. А эти, наоборот, вырубать. Так. А тут тогда, получается, эта штука будет вот начинаться вот отсюда вот. Что-то зачастили прям вообще. Задолбывают, нереально. Есть постоянно, хочется и пить. Не дадут, нет, не дадут нормальным делом позаниматься. Так, на тебе камелпак, дринчи его, на тебе бутер, жуй его. Тут уже все битком. Мне, наверное, просто нужен побольше буфер электрический под реактор, а то он уж слишком быстро его заполняет. И продолжает работать почти что в холостую. Ну, этот еще не совсем забил, но, блин. Он очень резв. Он очень клев, но очень резв. И может, ему реально нужно вот таких вот целов, там, батарею тут штуки 4 ставить. Например. И только когда все зарядят, вот только тогда. Ну, как вариант. Хотя нет, не здесь. Здесь это не слишком наглядно. Надо где-то ставить в видимом месте. Это как бы такой его последний буфер. Собственно, может быть, вот здесь вот поставить их там сколько-то. Или вот эту штуку подвинуть правее, а здесь сделать прям вот штуки 4 этих селов. Как-нибудь так, чтобы одну снизу питать, она потом передавала сюда, это, соответственно, передавала... А, ну как-то там... Не подключу же. А, ну хотя... А, вот, каверами можно. Как и чё. И всё равно фигня получается. Хотя, если только... Хотя, да, можно теоретически на каверах как-то в нее воткнуть, чтобы они подключались последовательно, но при этом не пересекались друг с дружкой. Как-то так. Наверное, можно. Так, окей. В общем, это получается-то в итоге. Так, а кто, собственно говоря, сказал, что у меня потолок не может быть стеклянным? Да, кстати. Никто не говорил. А значит, если это будет уместно и красиво, то именно таким он и будет. Мухаха. Так, значит, будет он таким, начиная от где? Сейчас дайте-ка соображу. Так, где это будет хорошо? Получается, вот здесь это будет хорошо, да? Здесь вот. Эти вот штуки, так, соответственно, сюда я ставлю раз, два, три, а эти вот срубаю. Раз, два, три, и вместо них ставлю сюда, получается, раз, два, а нет, третий должна быть вот это вот. Что такое? Паук. Да зарежь его, господи. Пугаешь пауков. Ничего страшного. Прикол весь в том, что я сейчас раскрываю себе инвентарь и думаю, окей, а оружие я могу пока убрать. Убираю. Ты понимаешь, да, недвусмысленный намек, что оружие нельзя убирать в рюкзак, оружие всегда должно быть под руками. Так. А, ну хотя да, нормально, снизу там его видно, так что все норм. Так, один блок всосало сюда вот. И сюда вот. О, не один блок уже всосало. Уже много разных блоков всосало. Кстати, у него отключить, видимо, всасывалку.
Давайте отключим. Так, это у меня. Что за программа-то? Файл, наверное, да? Так, тренгер 60. Нет. Нет, это точно не она. Так, момент. Ожидают. Так, а мы тут пока попытаемся таки найти ту программу, которая это дело у меня оттуда забирает. Возможно, Fluid Metal. Так, input чего? Output куда? Ни хрена непонятно. Ни input непонятен, ни output непонятен. Но, видимо, это оно и есть, потому что здесь, скорее всего, будет какой-нибудь item valve стоять в качестве. А, нет, 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 это не так. Может быть, нет, это тоже не то. А, я не помню, кто это делает, хрен с ними, надоело. Так, я тут все это время стоял без camel пака и, собственно, перегрелся. Злега перегрелся. Фишка в том, что вторую половинку, наверное, тебе оставлю достраивать. Так и ладно. Сейчас вот тут закончу с придумыванием этой половинки. Так, соответственно, тебя я делаю пониже. Да тут, наверное, могу сделать еще пониже. Давай, чувак, напивайся быстрее. Мне на крышу нужно залазить. Наверх. Мне пока не на чем. Да, тут же, кстати, она уже закончилась. Тут я могу сделать спокойно еще ниже. Да, точно, 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 точно. Этим говоря, вполне спокойно. Там внутри, правда, будет не слишком, наверное. Ну, с другой стороны, а и чё, подумаешь. Ну да, если три блока высоты будет. А, подождите-ка, это тут будет норм, а там-то нет. Хотя нет, подожди, тут всего четыре блока, да? Вот все четыре блока вверх, но тоже как бы не совсем с краю, да? Она-то стоит не там же, где хайован. Или там же? Нет, не там же. Нет, там же. Да, там же, где хайован. Тут, в принципе, те же 4 блока. А, ну так тогда, да, тогда могу здесь еще снизить. Экста. Поясни свою мысль. А то у меня почему-то такое впечатление складывается, что ты меня обидеть хочешь. Кто хочет? Такс. Текс. 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 Текс, текс, текс. Экст, вот ай-яй-яй. Экст, собственно, поясни, по каким критериям ты это определил. Мне любопытно. Очень-очень. Так. Так. Где-то там эта штука будет появляться. Здесь она будет появляться. А, собственно, вот отсюда она и будет начинать появляться. Да, да, пожалуй. Нет,
Не так. Вовсе даже не так. Просто твое восприятие. А, ну. Восприятие штука такая, субъективная, как бы. Чересчур субъективная. Поэтому. Ну, я просто исхожу из того, что будь из меня не очень архитектор, я бы, наверное, не зарабатывал этим на жизнь несколько лет. А раз все-таки, то значит, соответственно. Просто мне хочется наваять что-нибудь неземное, необычное и неземное. По-моему, условия вполне выполняются. Получается то, что нужно. Так, футуристик армор 9. Есть у меня еще? Ага, есть 30 полстека. Никаких. Так, 9. Ну, не космос, Кош, но что-то вот такое. Не, как сказать, что-то... Что-то не такое, как обычно. Что-то другое совсем. Иное. Уж не знаю, космос, не космос, но что-то вот эдакое. Понимаешь? Хочется. Вот эдакое и ваяю. Хочешь сейчас расскажу? Ну, давай. Вечереет. Опять? Да. Да ёшки-матрёшки. Ну ладно, все равно камал попуст. Ну пока еще прям сейчас рано, но тем не менее. Тинг-тинг-тинг-тинг-тинг-тинг. Так, тут у нас что? А, кстати, я ж там, по-моему, тут у меня, кажется, это же. Ну ладно, только пыль. Ну и ладно. Бульч, понимаешь, какая фигня? Дома развалятся, не развалятся, зависит ведь не только от архитектора, а еще от того, соблюдены ли при строительстве все проектные решения. Это как бы раз. А во-вторых, ну, дома обычно рассчитаны не на пару десятков лет, а как минимум на пару сотен лет. И с ними, в принципе, если они по технологии, ни хрена не случится, просто потому что не может. Так, вот тут вот надо тут с этим тоже что-то эдакое сделать, да? Так. Что-то эдакое должно выглядеть как? Кстати, надо срубать полностью все. Наверное, можно вот так вот сделать. О. Ну, Кош, как бы в очень... Сейчас у нас менеджерами кого только не называют. В очень многих областях употребление терминов некорректное процветает. Но, как бы, что мы можем с этим сделать, собственно-то? Можем только не уподобляться. Так. 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 Так, как-то вот, да? Ну, как-то да. Как-то да. Так. Тут тогда, соответственно, получается уже вот так. Ой. Ой, этот лишний. Угу. Тоже, кстати, лишний. Текс. Так. Тоже все лишнее слегонца. Камалпака, да? Видео тематическое. Ну, давай посмотрим тематическое видео.
Наша компания разработала новую стратегическую инициативу, чтобы расширить проникновение на рынок, максимизировать лояльность бренду и увеличить нематериальные активы. Для достижения этих целей мы начали... Это про эти самые 7 зеленых или 7 красных линий. Известная штука. Так. Видел я ее еще лет несколько назад. Так. Так, это получается тут тоже как бы лишнее, да? Точнее, не лишнее, но как-то, видимо, вот так вот, что ли. Да. А нам ведь слишком много подъемов на ворот, ведь, точнее, на ворот, а на стены ведь не нужно, да, видно? Какие слишком много подъемов, на какие стены? Ну, вот у нас ограда есть. Ага. И лестницы на них ведут. Ага. Их можно заменить на вертикальные деревянные. Вообще без проблем. Или на веревочные. Это так. Когда-то давно, когда у нас была только кобла, это было актуально и в тему. Просто я хочу и огород, с тех пор и многое изменилось. Все это сделать рядышком, чтобы далеко не бегать. Сделай, конечно. Если они мешают, можешь их совершенно спокойно переносить. Так, что у меня тут должно быть? Что-то я не соображу. Что-то у меня тут должно быть? Не соображу я что-то ни разу. Так, ну хотя, в принципе, кто сказал, что рисунок сверху и снизу должен, в смысле, спереди и сзади должен быть одинаковым? Подозреваю, что никто такого не говорил. А значит, это можно срубить и поставить вот сюда. И тогда все гладенько получается. Вполне, да? Туда и, соответственно, сюда вот. Вот. Тогда все хорошо. Более или менее... Тут уж мы как бы тут уже разберемся, как чего куда пойдет. Так. Так, значит. Сэпин, скажи, пожалуйста, еще вот от центра блок воды. А ты можешь блоков воды сделать сколько хочешь. У нас нет больше задачи экономить воду. Ну, тогда сделай один блок воды и радиусы 4 блока во все стороны. Ну, то есть 9 на 9 у тебя квадратик получается с водой по центру. Так, что так получается? Так получается нечто. Ну, в принципе, нормальное нечто. Ну, конечно же, нечто все равно, но нормальное нечто. Поэтому, да, можно так оставить, пожалуй, вполне. Так, там у меня дальше будет подъем на следующем только лишь блоке. Но опять же, это оно там, на следующем, а тут-то оно у меня может быть где угодно, по большому счету. То есть можно его и здесь сделать. Как-то так вот, да? Но, так, тогда что? Тогда тут... Серый-то тогда тут... А, стоп, а серый-то тут что он же, Жорж? А, вот. А, нет. А, ну да. Да, все правильно. Нет, что-то как-то их... Хотя нет, нормально. Нет, много. Вон там серое уже должно быть. Да, потолок должен быть серый там. Ну, Кош, оно еще не готово, а тяжело перевариваемое, ну, как сказать, возможно, из-за того, что тут из-за такого изобилия окошек нарушается масштабность. Это, в принципе, было в мыслях, когда я задумывался на тему, что должно быть и как. Поэтому все хорошо. Все, у нас курицы теперь нету. Какая досада. Как же мы теперь. Кстати, я понял, тут надо сделать по-другому. Тут все с шагом 2, и оно хорошо. Поэтому таких вот фигней тут делать незачем. Да, точно. Вот этим надо воспользоваться. Тут же шаг действительно 2. Поэтому нахрена тут делать все с шагом в 3, когда тут шаг 2. Все переделываем. Ну, не все, но так, частично. Что-то немножко переделываем. Значит, тогда получается. Это тоже срубаем. Сюда эту.
сюда вот эти две, сюда стекляшек две, вот, сверху, соответственно, вот этих две же тоже так же, да. Вот тут, соответственно, все наоборот. Впечатление, достроено оно или нет. Ну, кош, может быть, как бы, не вопрос. Ничего не имею против такого впечатления. Чтобы оно смотрелось как-то вызывающе даже, может быть, местами. Или беспокоящее. Сверху, соответственно, тут уже должен быть вон тот вот серенький. Так, я сюда уже без джетпака не залезу. С джетпаком залезу легко. Вот. Тут тогда, соответственно, тоже все просто и понятно будет. Так. Кубизм как он есть? Ну да, типа того, это и должен быть кубизм, это же майн. Было бы странно, если бы это был не кубизм, согласись. Так. Смеяться, но снова вечер. Так, ну, кстати, изнутри ничего так симпатичненько получается, даже изнутри, в принципе. Так. Клёво, я прыгаю в спальной мишке, но как? Ну можно же бегать в мешках из-под картошки, почему не выпрыгать в спальных мешках? И не проблем вообще. Так. Так, ну что ж, тогда... Собственно говоря, надо пилить потолок, как бы то ни было. Так, здесь вот явно вот этими блоками что-то будет. Хотя тут почему бы не стекляшками. Так вот. Вот, а потом уже вот этими блоками уже изнутри. Во. То есть тут, соответственно, вот этими гоню туда дальше. Ну, докуда-то. А может этими. Как бы, в принципе, так. Так. Правильно, сними джетпак и тут же свались. Так. Так. А, я молодец. Раздолбал инвентарь кабель и сломал часть СВМной системы, да и хрен бы с ней, собственно. Не очень-то и хотелось.
меня шестые плейтинг есть, у меня еще полно. Так, давайте мне еще полстека шестых, например. Так, ну и полстека пятых, например. Ой, это... А, это девятые, это не пятые, извините. Пум-п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 ум. Ну, короче, как-то что-то тут потом разберусь более точно. Так, так, причем на этих штуках ни хрена не спаунится. Здорово. Так, тыры-тык. Так, вот этот мне тут этот переход не очень нравится. Да, тут нужно сделать чуть-чуть по-другому. Этот блок сделать тоже вот таким вот. О, так вот. Да, собственно так говоря, это дело пойдет вот как-то так вот и далее. Так, ну и возможно, даже невозможно, а скорее всего, даже не скорее всего, а точно, вот эти сделать тоже стекляшками. Так, и как ни странно, вот эти, наверное, тоже. Так. Так, ну сейчас реактор точно нужно вырубать. Он точно все зарядился. Все зарядил и работает в полухолостом режиме. Наверняка. Потому как потребление у меня всего лишь что-то около 400 РФ за тик. Ровно столько он сейчас и производит. Это 10% его мощности, даже меньше. Что-то сел. Текс. Так, ну дальше уже там понятно, там уже будет следующая половинка, с ней я точно пока не знаю, как именно себя стоит вести. Поэтому будем разбираться по мере, по ходу. Я скорее всего представляю как-то вот так вот, просто-напросто. Так. Так. В принципе, скоро можно будет ставить элеватор. Так, на этом этаже у нас должна быть спальня. Небольшая надстроечка будет с обзором во все стороны. Отсюда почти нифига не видно, чисто пустыня во все стороны до горизонта. Смотреть-то особо некуда. Так, кто-то стрелял из матер-кэнона и попадал в рельеф. Потом подровняем вон там просеки явные. Так,
Так, это у меня 10-й factory блок, да? 10-й factory блок. Сейчас сделаем себе еще. Так вот. Чпунк. Чпунк, чпунк, чпунк. Как-то так. Тут, кстати говоря, тоже подумаю насчет окон в крышах. Каких-то никаких. Вот здесь-то точно сделаю. Здесь прям просится. Да и где-нибудь вот здесь вот тоже, в принципе, можно, наверное. Ничего себе! Я потрясена. Так, как тогда тут-то хорошо сделать, чтобы было хорошо? А там-то все получается узенько, да? Тут, наверное, можно тоже две сделать на самом деле. Да, мне кажется, здесь две будет лучше сдвоенные, чем так, как сейчас. Значит, тут тоже сейчас чуть-чуть переделать. Только они, кажется, вон там где-то были. Да, целых 5 штук. Я сейчас один временный поставлю, а так-то, наверное, он будет повыше. На один слой, чтобы там пол можно было нормально... А, он, кстати, ровно здесь. Ну и сюда, кстати, тоже можно вполне спокойно окна сделать. Так, и куда там еще? А, ну сюда уже нельзя. Здесь уже идет обнижение. Так, кстати, идет обнижение. А почему? Нет, эти тоже надо срубить нафиг. Да-да-да-да-да. Так. Тут, соответственно, дырка получается, да? Дырки там не должно быть. Как с ней? А, ну, видимо, просто заткнуть ее изнутри и все. Изи-пизи, собственно. Так вот. Чпоньк. Во. И все хорошо. Так. Так, эту штуку всю нужно уже демонтировать. Она мешается. Там опять вечереет. Ну, на самом деле, времени уже близится к 11. Концепт явно готов, даже половинка уже почти собрана. Я думаю, на следующем стриме дособерем. А в принципе, дособрать ее можно... Ты уже легла? Умничка какая. Сейчас я тоже пойду лягу. В принципе, дособирать ее можно и без стрима. Я так чувствую, наблюдать за творчеством мысли мало кому интересно. Ну, как бы и не жалко. Можно. Точно! Точняк, все, тогда сейчас срубаю стенки и точно, да, если бы вас ждала баланеза, вы бы тоже так долго тут не сидели. Странно, еще не совсем забит, хотя уже мог бы, учитывая количество разнообразных блоков. Так, сейчас я, короче, буду всех унифицировать в исходный вид и все. Потом разберемся.
разберемся, какие там к чему подходят, не подходят, какие во что надо превращать. Так, а пока все просто унифицируем. Ой. Вот, я себе начал ломать чисел зачем-то. Им просто, видимо, нельзя бить блоки, тогда он себя нормально чувствует. Такс. Из этих фэктори блоков очень хорошо какие-нибудь эти самые будут получаться. Производственные здания. Реальные колонны, и балки, и полы, настил, и, в общем, все что угодно. Прям то, что доктор прописал для таких случаев. И даже вон этими черно-желтой полосочкой всякие опасные зоны выделять можно. Собственно, они потому и называются Factory Armor. А те Futuristic Plating Arm, этот самый. Это Factory блок, а те Futuristic Armor Plating. Все прям как это самое. Так. Так, 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 так. Еще немного, еще чуть-чуть. Последняя пара блоков. Эть. Все. Так, это сюда. Да, тигр начизерил, начизерил. Так, ну чё. Ну, кстати, ничего так. Правда, конечно, наша модная аллейка слегка мешает восприятию общей картины с носа, но и не страшно. Зато сбоку все хорошо смотрится. И, кстати, благодаря тому, что кактусовая ферма заглублена под... О, кстати, я ее так и не возвернул на место. Потом надо будет возвернуть. Тут пару кактусов срезал. Потом добавь там, в общем, вот тут вот они. Под одну, кстати, надо будет какую-нибудь эту, там, может... блок стекла зафигачить или еще что-то. С высока, ну крыша же еще не сделана, с высока поэтому непонятно как, ну давай взлетим, посмотрим. Ну тоже ничего на самом деле, с высока, когда делаю, будет хорошо. А? Как тебе, Василь? Ух ты, круто вообще. Ну да. Ну то есть мы изначально уже когда планировали сделать именно... Да. Форме крыльев. Да. Вообще шикарно, мне нравится. Мне тоже. Если так смотреть, то чем-то похоже на какой-то такой древний платформер с самолетиком и каким-то таким зеленым лучом смерти. Ой, знаешь, мне так вот со стороны сейчас далеко отошла. Угу. Смотрю на эту кривизную линию, вообще классную. Вот ты на... Вот такой вот... ступенчатый, вот, остекленение, плюс еще вот... Остекленение! Стекленеть! Всем стекленеть! Что за медпина? Я разве над тобой? Так, все, релакс! Релакс, я сказал!
Такс. Это почти угроза. Так. Тырык, тырык, тык, тырык, 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 тырык. Так, тут у меня все ровненько, там у меня все ровненько. Тут все тоже вполне. Ну, вторую планку только доделать. А так, в принципе, эта планка вполне себе норм. Так, морда, по-моему, тоже норм, насколько я понимаю. Может быть, знаешь, что сделать? Кстати говоря, раз первые деревья все равно не удались особо сильно, может быть, их просто срубить и оставить, вот, то есть вишню срубить и начинать с яблок. Ну, вот там буквально пару блоков подрезать, чтобы, соответственно, как-то что ли... А, кстати, есть у нее микрофон? Есть у нее микрофон. Ну, просто как-то сегодня решила им не пользоваться. Ой, Стринг, привет, стрим идет уже буквально минус пару минут от конца. Потому как уже все сделано, что запланировано, и хочется баиньки. Вот, как-то так. Так, вот это мне... Хотя нет, почему, нормально все вполне, да, плавненько достаточно снижается. Хотя вот это все же не очень хорошо, да. Так, что мы можем с этим сделать? Что мы с этим сделать можем? Сделать с этим можем что мы? Так, это у меня девятый, да? Девятый. Так. Девятых мне чуть-чуть. Девятых. Вот этих вот. Сейчас тут немножко по-другому попробую сделать. Тынк. 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 По-другому это вот так. Вот. Да, так получше. Явно. А так, да, примерно с 9 где-то идет. Даже, по-моему, ровно настолько я анонс и ставил. Во. Разве? И на 9 ровно разве? Ну, короче, где-то там. Все, вторую планку доделать. Сделать нам там на втором этаже спаленку. Красивую, с мебелью. Потолок изнутри странно смотрится. Почему? Нормально потолок изнутри смотрится. В чем проблема? Вполне себе такой целеустремленный потолок. Я его, может быть, еще разбавлю окошками. Собственно так говоря, где-нибудь. Может быть, только вдоль стен. Может быть, где-то и почаще. Не знаю. Это я еще подумаю. Конечно, здесь еще дело в том, что нету плавности переходов. Как-то это, может быть, зрителям странно выглядит. Неровный он? Ну и что? Что он неровный? Что-то и делаю. А как я тут тебе ровный сделаю? Это ж кубизм. Сапин. Да. Чего? Это норм. Угу. Ну, стены, да, а потолок нет. Может быть. Ну, кому чего. Я думаю, может быть, их или окошками прорядить, или местами поставить какие-нибудь светящиеся блоки. Тоже вполне себе норм, чтобы, может быть... Хотя нет, вряд ли удастся избавиться от факелов. Но, в общем, хотя можно светящиеся в блоке поставить в пол. Тогда точно можно будет избавиться от факелов. Ну ладно, это детальки, в общем целом. Вот так вот изнутри, в принципе, смотрится. В принципе, даже не ужасно. Пурум-пурум-пурум-пум-пум. Нет, не нуйте, зачем? Целиковые блоки. Даже отсюда неплохо смотрится, в принципе. Даже вот как бы с самого тут низкого потолка. Но за счет того, что он весь такой достаточно легкий. О, да, лестница теперь тут, конечно, клевая. Да. Лестница, ведущая в никуда. Ну и хрен с ней, пусть стоит. Да, сюда уже теперь не заглянуть, но с другой стороны, она нам больше и не нужна. Она теперь больше и не работает. Так что все норм. Да, норм. Норм. Вполне все видно хорошо. Так, радость моя. Все, давай спать и заканчиваем сегодня.
Вот где-нибудь вот так вот на фоне всей этой конструкции. Подходи, прощаться будем. Ну, подбегай. Ты опять без шапки. Нет, тебе голову напечет. Я тебе разве не делал шапку? Я не помню, куда я ее делала. Странно. Ну ладно. Ну, сделаем новую, господи. В общем, на сегодня все. Стрим получился больше задумчивый и строительный. Мнения разделились по поводу конструкции. Ну и меня она скорее устраивает, чем пугает. Так что вот, на сегодня на этом все. Всем спасибо, до новых встреч. Это были Сэпиент. И Максим. Счастливо.